Hela. Вижу их. Давай. На! На! Если заметят, мне не сдобровать. Вот они, испачканы кровью, но все еще сверкают. Алексиос, иди сюда, медуза бесхребетная. А почему? Жрецы не ку... То, что... Хайры, старик. Надеюсь. Если... Ага.
Я безгранично благодарен тебе. Поищу укрытие. И обрадуются твоей смерти.
Тебе тут не место. Уходи. Буду осторожен. Давай. Huh.
Фермопилы. Говорят, здесь нельзя пройти, не испачкав ступни в крови. Закрой глаза, и ты услышишь предсмертные крики отчаянных храбрецов, погибших в бою. В тот день их голоса замолкли, но легенды о спартанцах будут жить вечно. Мы здесь не ради бесед о мертвых. К чему ты клонишь, Геродот? Битва при Фермопилах еще в наших сердцах. Но только здесь можно ощутить всю горечь. Мертвым уже не помочь. Меня волнуют живые. Достань копье. Копье? Зачем? Мне нужно кое-что знать. Геродот! Я цел. Легенды правдивы. Это копье Леонида, царя-героя. А что стало с предателем и Фиальтом? Ксеркс заплатил ему, но одна измена влечет другую. За его голову назначили награду. Он умер, так как жил трусом. Что стало с Леонидом после той битвы? Ксеркс славился тем, что чтил воинов, отважно сражавшихся против персов. Но Леонид настолько его разгневал, что Ксеркс отрубил ему голову и насадил на пику. Затем, в суровом бою, спартанцам удалось вернуть останки царя.
Теперь он покоится там, где должен. Спарте. Где были союзники Спарты? Среди греков не только спартанцы желали дать отпор Ксерксу. Многие были готовы сражаться плечом к плечу с Леонидом и его воинами. Но когда великий царь увидел в их глазах страх, он отправил их домой. Это не храбрость, а безумство. Предсказание Пифии гласило, что персы лишат Спарту либо свободы, либо царя. Леонид сделал свой выбор. Ты знал, что так будет? Я не знал, но предполагал. Есть место, которое мне кажется мифом. Казалось. Необычная постройка на острове Андрос. Странные рисунки на камне. Не похожие ни на что. Ты хочешь отплыть на Андрос и показать их мне? В своих странствиях я слышал о древней цивилизации. О народе, что был до нас. Твое копье связано с тем местом. Ты говорил про народ, живший до нас. Кто они? Они не боги, но жили намного дольше простых смертных и знали гораздо больше. Я видел рисунки, символы, указывающие на то, что их цивилизация создала людей и дала им огонь. Но Зевс винил Прометея. Да, возможно, его орел клевал не ту печень. Копье признало тебя, Геродот. Я тебе верю. Ты понимаешь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти мать. Обещаю. Но сперва мы должны попасть на Андрос. Встретимся на корабле. Добро пожаловать на Адрестию, Геродот! Ты отправишься с нами? Мне нужно в Афины. Дела требуют моего внимания. Геродот помогает мне искать мать. Геродот просил помощи у богов. Сама судьба столкнула нас. Мы можем не понимать, что задумали боги, но должны следовать их замыслу. Может, ты прав. У нас с Геродотом общие враги. Элпинор, да? Он был членом культа космоса. Они используют Оракула, чтобы управлять Грецией. Самого Оракула? Невозможно! Аполлон не допустил бы! А теперь они ищут мою мать. Я должен найти ее первым. Думаю, они не пощадят тех, кто встанет у них на пути. Клянусь Гермесом! Сначала Оракул, теперь этот культ... Кто у них главный? Я не знаю точно, но... Похоже, что моя сестра. Твоя сестра? О, Зевс, как же сложна твоя жизнь! И не говори. Но не волнуйся! Теперь у культа космоса три новых врага. И один из них дерется подобно Ресу и мечет молнии подобно Зевсу. Мы обрушим на них гнев богов. Он всегда видит лучшее? Всегда. За это и любим. Посейдон, неси нас в Афины!
сперва заглянем на Андрос. Что ж, на Андрос! Раз уж мы собрались на войну, нужно заняться моим кораблем. О чем речь? Ну, старушка сейчас не в лучшем состоянии. Нужно было сказать об этом раньше! Где во имя Посейдона мы найдем припасы? Отец говорил, море берет свое. Нужно поступать так же. Здесь немало пиратских кораблей. И на них наверняка найдется то, что нам пригодится. Так чего же мы ждем? Начнем охоту! Теперь у нас есть все, что нужно, чтобы улучшить корпус корабля. Хвала Посейдону! Теперь у нас есть таран! Настоящий морской таран! Весла на воду! Готовьтесь к столкновению! Отдать паруса! Сегодня боги с нами, Алексиус. Тихое море, теплый ветер. Прекрасный. Все так, друг мой, все так. Навалить! Весла в воду! Всем больно! Наш капитан уходит. Thank you.
столько дел и столько неизведанного впереди. Марафонский залив. Марафон? Битва, в которой горстка афинян остановила вторжение персов. Помнишь? Великий Фемистокл. Или персидский царь Дарий. Не знаю. Именно здесь великий Тесей убил финского бога. Команда, готовьтесь к бою! Стреляйте по ним! Куда? Мама сказала, что спартанские солдаты принесли его ей из Германии. Ей? Почему? Леонид был ее отцом. Не может быть. И эти видения. Как ее пытается помочь, указать путь? Не только. Им легче в бою. То есть? Не могу вас убить. Будто я знаю, что сделает мой противник в следующий момент. Потрясающе. Это просто невероятно! Ахилла! А
я был поражен тем, что Андрос торгует одним из самых дорогих видов мрамора. Тот остров с руинами древней цивилизации, о котором ты говорил? Ищи, вот побольше. Это что, дверь? Таких я еще не видел. Как же мне попасть внутрь? А может быть... Решительность приближает... Гибель! Я знаю, мама! Ты делаешь успехи. Твоя воля сильна. Но ты не действуешь. Я собирался! Знаю. Но все решает миг между замыслом и действием. Давай. Копье Леонида. Ты уже не дитя. Копье отца — это великое бремя, но... Ты готов. Я чувствую! Копье! В нем магия! Оно наделено древней силой. Им владели величайшие герои. Мы принадлежим к тому же роду, наша семья. Все мы? Подумай о Леониде. Он был отважным воином и принес величайшую жертву. В тебе его кровь, а еще его сила. Мы умеем чувствовать то, что не чувствуют другие. Это дар нашей семьи. Но не все понимают это. Некоторые, узнав о нашей силе, захотят заполучить ее, отнять ее у нас. Я не позволю. Знаю. Ты воин. Если всегда идти вперед, только вперед, нас не трогают. Буря грядет. Значит, пора двигаться дальше. Мама, я помню о тебе.
боги! Кто мастер? Как такое возможно? Как объяснить такое человеку вроде Маркоса? В центре что-то светится. Деймос, кузня, долго же ты была в симуляции. Совсем себя не жалеешь. Ты не понимаешь. Догадка верна. Алексиос не только владел технологиями ИСУ, но и мог их улучшить. Представь, какие это возможности. Признаю, вот сейчас тебе надо... Хорошо. Нет, просто отдохни. Да брось. И помни, мы... Знаю. А со мной можно поговорить. Вечный терапевт. Мы подобрали... Да, это очень ценный артефакт. Это другое. Если то, что я... Но ведь копье... Просто копье... Уверена, что же... Нет. Кстати. В смысле, наш? Я модифицировала здесь каждую... Пойду разом... Членство у них... Орлынечка. Центр Вселенной. Un cambriolage a eu lieu à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimes. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. Thank you.
Черная книга Геродота. Копье Леонида. Не работай я на ассасинов, не поверила бы. Я и так-то верю с трудом. Немного везения, море кропотливой работы, и вот, археологическая находка века. Только рассказывать о ней нельзя. Проверю почту. Интересно, близнецы Фрая узнали бы Лонд? Как у тебя дела? Ну, угроз не замечено. Приятно снова работать. Полагаю, наши... Все еще расстроены за последние стычки с Абстерго? Мы все живы, и наши... Конечно, я вернусь в Анимус. Пройду по следам Геродота. Ты был главой в Япон... Делай все по порядку. Спасибо, что пригля... Я скажу, если... Третий эшелон. Или... Жаль, что пришлось уйти. Я... Вот это да. Лейла. Да брось. Тебе помочь еще с чем? Ну как, данные... Эта книга утерянный труд. Многие хотят... Я стала увлекаться историей. Удача — это миф. Мне уже не раз... Я знаком. Он просто гений. Просто... Фанатея осуждать. Да! Ладно, работа. Будет что-нибудь... Ты уверена, что хочешь вернуться в Анимус? Да. Ладно. В моем копье сила. Культистов ждет смерть.
Что ж, Геродот будет рад. Здесь явно кто-то побывал задолго до нас. Леонид знал об этом месте? Поговорим. Тебя легко найти. Ты пришла одна? Не может быть! Кассандра! Ты жива? Не трогай. Ну же, сестренка, тебе придется все рассказать. Что с тобой случилось? Ничего я тебе не скажу. Ты мне чужой. Ну, а ты мне нет. Это не важно. Нам с тобой о многом нужно поговорить. О да, о твоей проделке с артефактом. Тебе удалось привлечь мое внимание. Ты этого хотел? Что? Артефакт открыл правду. Мы семья, и мы с тобой смогли выбраться из Спарты. Да, он открыл правду. То, о чем я всегда знала. Ты сбросил меня со скалы! Думаешь, все так просто? Ну же, Кассандра, давай поговорим. Не зови меня так! Я уже знаю, что произошло. Да, Деймос. Ее я не знаю. Она полубог. Ей поклоняется культ и вся Греция. Над ней никто не властен. Так зачем ты им служишь? Ты что, меня не слушаешь? Это они служат мне. Так сделай свой выбор. Помоги найти мать. Меня это не интересует. Просто ответь, что ты здесь делаешь? То же, что и культ. Ищу нашу мать. Им она не нужна. Твой культ думает иначе. Мирин их новая цель. Если они ее ищут, значит, хотят убить. Ты не знаешь, где она, значит, она и тебя бросила. Грустно. Нас бросили, но мы все-таки выжили.
Мы могли бы все вернуть. Надо лишь найти ее. Служителям культа чужда сентиментальность. Семья – ничто. Мы хотим править миром. Если они и правда охотятся за нашей семьей, Николауса они не найдут. Он исчез. Я сам его искал. Мы нашли тебя, пропавшее дитя Николауса. Найдем и его. И он пожалеет, что сбросил меня со скалы. Мне все равно, что ты думаешь. Я найду Мирин. Можешь пойти со мной. Что? Найдем ее. Вместе. Ты могла бы помочь. Ага. Думаешь, игра в дружбу поможет? Будем бегать, как малые дети в поисках мамочки. Ты слаб. Это ответственность, а не слабость. Я не откажусь от своей семьи. Ответственность? Как высокопарно. У культа есть план, и никто не помешает его осуществить. Но культ пощадил Мирин и Николауса. Что изменилось? Ты выжил. Ты виноват во всех бедах. Культ могущественен, но они смертны. Во мне течет кровь богов. Они думают в тебе тоже. Но поймут, что ошибались. Схватить твою мать им было мало? Мы не похитители. Мы политики. Тот, кто не поддерживает нас, наш враг. И он заплатит за это. Как я? Как ты. Говорят, ты собрался в Афины? Скажи Периклу и его сброду, что грядет их черед. Я уничтожу ваш культ. Ты знаешь, сколько нас. Ты знаешь, как я сильна. И думаешь, что справишься? Проверь. Безрассудность — это семейное, верно? Говоришь, мы с тобой родня? Посмотрим, что ты сможешь сделать. И все же мы нашли друг друга. Говорю же, не трогай. Деймос! Малака! Геродот, нужно рассказать ему, что произошло.
Я убью каждого из вас. Эй! Помогите! Спасибо! Я спасен. Может, когда-нибудь я смогу убить. Office man! Спасибо тебе!